1 июня вступил в силу новый антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. Отныне курить нельзя во всех образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта, на стадионах, пляжах, парках, детских площадках, больницах, социальных учреждениях, на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения вокзалов и аэропортов, в помещениях, занятых органами государственной власти, на рабочих местах, а также в лифтах и подъездах многоквартирных домов. Курение разрешено в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции, а также в собственных квартирах. Большинство курганцев поддерживают нововведение. В общем-то, с сегодняшнего дня уже вышел же закон о неразрешении курения в общественных местах, так что я думаю, только что еще не установлены штрафы, а так-то я думаю, что это все правильно, все логично. Я думаю, хорошее дело. Почему вот я иду по улице, а кто-то впереди меня идет курит, а я должна нюхать вот этот весь табачный дым? Или стоять также на остановке? Так что, думаю, хороший закон приняли. Очень положительно к этому относимся, сами не курим и другим разрешаем. Очень хорошо, прямо замечательно. И это бы сбылось на самом деле, как задумалось. Обязательно надо прекратить всем курить, особенно детям, молодежи.